Подмосковные полицейские изъяли участников рэп-группы крупную партию наркотиков. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из подмосковного главка в Красногорском районе Московской области задержали двух мужчин во время продажи наркотических средств и двух покупателей, намеревавшихся впоследствии сбыть приобретенный ими товар. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое вещество является марокканским гашишем весом 18 килограммов. Возбуждены уголовные дела за незаконное приобретение, хранение, а также сбыт наркотиков.